Друзья, добрый день. Меня зовут Лысинок Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Сейчас нахожусь в Греции, на острове Тассос. Сейчас мы будем инспектировать отель Astris Sun Hotel. Видите, он называется солнечный, но погода закладывает тучами. Если вы хотите быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Данный отель с вылетом из Минска стоит $1018 на завтраках. Это 2 человека, 11 ночей. Это 2 звезды. Если вы хотите попасть в этот отель или в другие отели, вы можете оставить нам заявку. Мы вам с удовольствием подберем тот отдых, который вам необходим, и вы поедете на отдых. Трехэтажное здание. Один номер обновленный. Ресепшн. И один номер... Это Вера? Друзья, смотрите, что касается... Территория, бассейн. Один раз в неделю здесь происходит пар. Тематический вечер. Что стол предоставляется бесплатный. Также здание находится... Бесплатный пинг-понг. Теннисный корт, мои уважаемые друзья, это 5 игроков для тех, кто не имеет. Вот там находится теннисный корт, детская площадка, 5 евро час. Если вы с своим оборудованием, то 3 евро час. Друзья, здесь, если вы берете двухразовое питание, раз в неделю проходит барбекю-шоу, и вместо ужина вы получаете приготовленную еду на углях. Вот здесь вот ее готовят. Это бесплатно. Если вы едете только на завтраках, то 10 евро стоит сутки покушать завтраки. Здесь рядом есть 2 магазина. Вот там вот где-то 40-50 метров он более дорогой маркет. И с другой стороны, если вот туда пойти, то там более дешевый. Поэтому, если вы пойдете в магазин, лучше ходите туда. Пляжных полотенц здесь нету, сейф бесплатно, интернет здесь бесплатно, кондиционер здесь тоже бесплатно. 219 номер. Друзья, повторяю еще раз, чтобы вы слышали, чтобы вы понимали. Есть душ, для нашей компании отель выделяет 15 номеров, из которых красиво, чисто, 12 старых и 3 номера обновленные. То есть два. Судя номера, по всему, это номер обновленный, плазменный телевизор, кондиционер. И номер, который мы зашли обновленный. Балкон. И обновленных только 3, да? Балкон большой, с видом на дорогу. И видите, вон там находится пляж. Если вы пойдете туда, то буквально минут 10. И вы окажетесь на пляже. Но здесь пляж небольшой, если пойти туда правее немножко, где-то 1,5 километра, там уже хороший пляж с хорошим песком. Ну, один из лучших. Вид красивый, единственное, что портит его дорога, чтобы не было шумно. 3 номера у них обновленных, всего лишь пока что 12 старых. Сейчас посмотрим старый. А море очень красивое. Сколько? Фен обычный, маленький. Номер 211, это старый тип номера. Вот смотрите на сравнении. Вот видите, какой. Все по старинке. Конечно, новые на этом фоне просто дико смотрятся. Вот холодильник, плазменный телевизор, кондиционер индивидуальный, столик зеркала. Ну, короче, как у бабушки в деревне в 90-е годы. Балкон. Вот он, теннисный корт и детская площадка. Здесь уже вид на горы и на территорию отеля. Реновированные номера будут называться Superior, а старые просто стандартом. Это тоже стандартный номер. Разница между стандартным и Superior всего лишь 50 евро, поэтому я бы вам рекомендовал брать, конечно, новый номер. 50 евро – это не такие большие деньги. Номер 207. Покрытие здесь плитка, как во всех номерах. Это стандартный тип номера, трехместный. Номер 213. Это тип номер Superior, трехместный. Он стоит на 70 евро дороже, чем обычный стандартный трехместный номер. Видите, как все здесь классно. Душ, плитка, все стильно, модно. Фен большой. Пол плитка. Вот одна
кровать маленькая, вот вторая большая. Кондиционер индивидуальный здесь, холодильник, сейф, плазменный телевизор. Балкон большой. Сейчас здесь еще ничего нету. С видом на теннисный корт, на дорогу и боковым видом на море. Вот оно море. Хороший номер, мне нравится. Я бы брал его, например, если бы поехал отдыхать. Еще раз давайте. Что, друзья, за свои деньги, это хороший отель, его можно брать. Стоит он недорого. Номерной фонд, если вы возьмете новые номера, то они хорошие. Если старые, то вы все видели, должны быть к этому готовы. Море находится недалеко, по питанию сказали, здесь выбор небольшой, но очень вкусно. На пляже шезлонги платно, 3 евро стоит, вы платите за коктейль и пользуетесь бесплатно дальше. Решили мы сходить посмотреть, как добираться до пляжа. Вот мы вышли, идем. Смотрите, вот наш отель. Вот здесь стоит автобус. Дорога. Дорога, может быть, в сезон будет очень интенсивное движение, поэтому к этому надо быть тоже готовым. Давайте перейдем. И вот, смотрите, мы дошли. Вот он уже начинается пляж. Видите, море впереди. Да. Тут дорожка. Так. И вот вы уже на пляже. Ну, тут недалеко. 5 минут ходьбы. А вот там вот в километре, 1,5 километра, в Селямисе находится хороший пляж. Там мелкий песок. Поэтому, если у вас будет возможность, вы лучше его посетите. Вы будете в восторге. Итак, давайте напоследок вам виды, какие здесь открываются. Тасос — очень зеленый остров, красивый. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. С вами был Лысенок Евгений.